Всем добрый день, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предложить вот такой вот очень замечательный трактор New Holland T6090. Значит, что я могу сказать по данному трактору? Первое, он 200 лошадиных сил. Второе, с незначительной наработки. Наработку я пропишу прямо в объявлении. В связи с тем, что сейчас все находятся в полях, механизатора нет, чтобы его завести. Вот, вернее, там даже ключ есть и так далее. Но без разрешения я сам не решаюсь этого делать. Значит, резина в отличнейшем состоянии. Я вам сейчас его полностью весь пройду, чтобы показать и продемонстрировать, да? Вот, восьмерка рядом стоит. На вопрос, почему продается данный трактор? Потому что купили более мощные. Только из-за этого. Значит, по резине, я говорю, как новье. Да, он отработал. Отработал он немного. Его задача только тягать по ЖУ. То есть он, грубо говоря, тягает бочку за собой. И не более того. Это основная задача данного трактора. Задняя резина в отличном состоянии. Продается как есть, спарок здесь нет. Дальше. Значит, навеска. Вся вот как она есть, вот на фото и видео, да, вот она именно в таком состоянии. Здесь трехточка, здесь есть ВОМ. Здесь есть, соответственно, 6 точек подключения. Да, кстати, вот именно вот эту позже он таскал. Задача была только вот для этого. Все, не более того. Любые проверки данного трактора проходил техобслуживание только официального дилера. Замены масел, там, гидравлики и так далее. Все по моточасам, как положено. Здесь вообще бесспорно. Трактор в очень хорошем состоянии, он с кондиционером, у него идет коробка-автомат 19 ступеней вперед, у него идет кондиционер, у него идет автоматическая регулировка глубины, то есть здесь все это присутствует. То есть, обратите внимание, ни одного потека, вообще просто в отличнейшем, хорошем, в изумительнейшем состоянии. Недавно мне задавали вопрос, что у нас есть по Ростовской области. Ребята, вот, у нас есть в Ростовской области вот такой замечательный 200 лошадей тракторишка. Без вложений вообще абсолютно каких-либо. Конечно, мы приедем на осмотр, вы его заведете, но нужно будет заранее договориться. Вы его заведете, покатаетесь, все проверите, там, ВОМ и так далее, то есть все-все-все, полностью всю работу, абсолютно всего. Вот, если честно, в кабину я делал фотографии. Ну, вот запах прям стоит. То есть кабина не замасленная, а чистенькая, да, тут все ухаживается, обслуживается. Запах новья стоит. Обращаю ваше внимание, у нас вот такой New Holland уже появился в продаже. Кому необходим, срочно звоним. Жду ваших звонков.